Почти два месяца длился матч на звание чемпиона мира по шахматам между Михаилом Ботвинником и Михаилом Талем. Победу одержал Таль. В театре имени Пушкина торжественное закрытие матча на первенство мира по шахматам. Молодой рижский гроссмейстер занял место Михаила Ботвинника, который достойно представлял советскую шахматную школу и 12 лет был чемпионом мира. Гроссмейстер Михаил Таль стал 8-м чемпионом мира по шахматам.